На юге края началась уборочная. По словам аграриев, в отличие от прошлого года, это лето просто подарок. Жаркие месяцы сделали свое дело, а зимняя пшеница созрела, и в 6 районах края комбайны вышли в поля. Специалисты прогнозируют, что урожай 2018 в крае может оказаться в 1,5 раза больше прошлогоднего. С 4000 гектаров земли уже собрано 10 тысяч тонн зерновых. Это чуть больше 24 центнеров с гектара. Общая площадь уборки вместе с озимыми 950 тысяч гектаров. Сразу после пшеницы следующая на очереди рожь, потом ячмень и зернобобовая. Сейчас сельхозработники трудятся с рассвета и до ночи, ведь снимать озимые культуры нужно в считанные дни, иначе часть урожая может пропасть. Работу делаем, все вкладываемся в срок, стараемся сделать. Ну, главное, чтобы погода себя подвела, дожди и все остальное. Сегодня планируем остатки гектар 50 убрать. И будем работать, надеюсь, до последнего, до конца, до 11-12 часов ночи. В чем преимущество, значит, вот озимой пшеницы над яровой? Это разгрузка в период посевной, мы ее сеем осенью. И также в уборку мы начинаем уборку раньше, то есть как бы продлеваем уборочный период. И вот сейчас август месяц, получается, что как раз солнечные ясные дни способствуют, погода для уборки хорошая.